Квартирный вопрос сгубил двух мигрантов из Таджикистана. Чтобы заплатить за жилье, они ограбили жителей Екатеринбурга. Инцидент произошел в Академическом. Мимо нас, короче, пришел человек, мужчина. И у меня в голове, короче, появилось, что избить человека, забрать телефон или денег. Телефон потом куда? Потом продали. Вы продали? Не, оба продали. Оба продали? Да. За сколько? За 3000. Деньги на что потратили? На квартиру заплатили. Злоумышленников задержали спустя 3 месяца. Ими оказались 2 молодых работников склада. В отношении парней возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье «Грабеж» – 7 лет лишения свободы. Также задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.